Ой, простите, я вас не заметил. Всем привет, с вами я, Эксперимент. И сегодня у нас необычный формат, как, собственно, и все. Сегодня мы посмотрим, сколько стоят разные вещи из видеоигр. Но сначала нам надо будет разобраться, как их сделать и сколько будут стоить материалы. Ну что ж, погнали! И начнем, пожалуй, с того, как устроен портал. Для многих не секрет, что в теории черные дыры могут создавать порталы, воронки, кроссоверы, ноты. И да, учеными это доказано. Теория относительности Эйнштейна. Ну, это только теория. Но ученые уже смогли телепортировать частицы. Нет, не с помощью черной дыры. Хотя они ее тоже уже создавали. И, собственно, это было очень неудачной идеей создать черную дыру. В принципе, она никого не убила, но много частиц нужных уничтожила. Так вот, черные дыры уже создавали с помощью... Одну секунду, только что прочел в Википедии. И так вот, черную дыру довольно легко создать. Но нам нужна не огромная, а мини. Специальный лазер, разработанный учеными, который изымает из атома ядро и появляется просто пустота, черная дыра. Кажется, вот и ответ на наш вопрос. Но те черные дыры, которые там создаются, они ультрамаленькие. Меньше фотона. Фотона. Меньше света. Меньше всего. Чтобы поглотить вот этот вот мячик, ему понадобится 700 триллиардов лет. Это больше, чем существует наша Вселенная. Нехило так, да? Все. Нельзя. Все. Конец. Но нет. Есть способ. Излучение Хокинга. Сейчас объясню, что это такое. Вместо того, чтобы долго болтать, объясню коротко и ясно. Суть такая. Есть черная дыра. В нее входит предмет, измельчается на мелкие кики. Этого все думали, то, что черная дыра — это что-то необычное. Оно уничтожает предмет полностью. И это нарушило бы закон термодинамики. Ну, там, где энергия не может взяться ниоткуда и деться никуда. Так вот, люди были удивлены. Но Хокинг открыл это излучение. И оказывается, что предмет даже можно восстановить, понять, что это было, и восстановить его. Это очень большая энергия. Если окружить эту маленькую черную дыру огромным слоем титана, то можно будет в космосе путешествовать, открывать порталы. А теперь подумаем, сколько это стоит. Вот это вот число. Да, оно большое, но все же порталы. Космос.